Во дворе дома номер 46 по улице Рос чисто всегда, с уверенностью говорит домком Надежда Батрак. Она лично ежедневно инспектирует детскую площадку и скверик на предмет даже мелкого мусора. Красит бордюры, высаживает цветы, мажет известкой деревья и делает обрезку кустов. В помощь домкому еще 5 активистов, не безразличных порядку на придомовой территории. Выглянула в окошко, где-то что валяется, я пришла, убрала. Вижу, детки там что-то не так делают. Вышла, конечно, пожурила там, заставила их убрать. Ну, так вот. И чистота у нас каждый день. У нас нет такого, что сегодня грязно, завтра чисто. За порядком во дворах должны следить все жители, отметил мэр во время встречи с председателями ТОС. Ведь только они могут смотивировать своих соседей на это. Ведь зачастую грязные подъезды и территории в многоквартирных домах, а не в частных. И это несмотря на то, что в рамках подготовки к Олимпиаде им первым была оказана поддержка муниципалитета в наведении и лоска. Теперь сочинцы должны лишь поддерживать чистоту. Тем более, что город стал привлекательным для туристов и событийным. И сегодня-завтра сюда приедут тысячи гостей, которых курорт должен встретить при полном параде. Все-таки 60 тысяч – это огромное количество гостей, огромное количество. И они, конечно, поедут сюда, в центр, они поедут в хосту, они поедут по объектам показа. И у нас объекты показа – это всевозможные, у каждого района их много. Ну а сегодня, что самое главное должен сделать каждый сочинец – это навести порядок в своих дворах и на своих улицах. Правильно? И это ваша задача. У меня огромная просьба – прямо сегодня собрать домкомов, управляющие компании, и сказать: а ну-ка давайте-ка возьмемся и сделаем. Уборка дворов, поддержание чистоты в домах должно стать привычкой для сочинцев. На это как раз и направлен проект «Чистый двор», стартовавший недавно в рамках хартии «Я люблю Сочи». Молодые активисты и даже волонтеры серебряного возраста на собственном примере показывают жителям всех районов, что в наведении порядка нет ничего сложного, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Татьяна Нагорская, Борис Осин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.